Виктория Короткова родилась в Калининграде в 1995 году, окончила факультет биоресурсов и природопользования по специальности зоотехнолог. Когда Виктории было 13 лет, ее родители стали жить отдельно друг от друга. Несмотря на это, у девушки близкие отношения и с матерью, и с отцом. Как пояснила сама Виктория, отец стал для нее другом и всегда выгораживал перед матерью, но наедине все же наставлял девушку. Виктория Короткова рассказала журналистам: «Я никогда не была гадким утенком, но если брать начальные классы, то мне кажется, что я была закомплексованная девочка. Немножко похожая на мальчика, суперскромная. Суперскромность моя до сих пор осталась». Девушка несколько раз принимала участие в конкурсах красоты. В 16 лет «Мисс Калининграда» 2011, а в 19 «Мисс Россия» 2014. Виктория познакомилась со своим будущим мужем в 17 лет, в последнем классе школы. Молодой человек был старше девушки на 9 лет, но после свадьбы супруг стал изменять молодой жене. Переживания и стрессы довели Вику до анорексии. Сейчас Виктория активно участвует в модельных съемках, много путешествует, ведет популярный блог в Инстаграм. Девушка страдает аэрофобией и ищет любимого человека, с которым можно было бы гулять по красивым местам. После того, как Виктория Короткова приняла участие в шоу «Холостяк» 6 сезон и стала популярной в соцсетях, в ее адрес начали звучать упреки в том, что она никогда не появляется без макияжа. Однако в интервью журналистам она ответила, что подобные комментарии вызывают у нее смех. Отношения Виктории Коротковой с Рагимом Шамшиловым. Одна из родственниц бизнесмена утверждает, что тот не сожительствует с Викторией Коротковой. В частности, сестра Шамшилова заявила, что в семье брата все хорошо, и она не имеет никакого понятия, почему Рагим отдал недавно купленную иномарку Коротковой. Родственница бизнесмена подчеркнула, что никогда не видела его вместе с моделью. Похожую версию озвучил и сам Шамшилов. Между тем, по слухам, Шамшилов подарил иномарку 25-летней Коротковой на день рождения, который она отмечала в феврале этого года. Более того, поговаривают, что живет пара в одном из самых элитных комплексов в Сколково, где квартиры стоят от 30 миллионов рублей. Напомню, Виктория Короткова накануне вечером сбила пешехода, переходившего Кутузовский проспект в неположенном месте.